Четвертое, давай резаться, наверное, я пода тебе заберу и поедем в следующую точку ставить. Да, соплю резнул. Я уже в соплі. Сейчас я просто обернусь. Я думаю, ты тоді ще живий був, коли я додаю, ты уже мер. Так що куди летим? Вибігаємо десь на зустріч. Чи прям я прям не їхав на базу? Хто, йобаний, от іспользував матеріали з вертольота? У нас вони мусили заходити. Чому у нас 500 стройки? Почему у нас 256 патронов вообще? Что это за бред? Да потому что кто-то менял свои роли. Господи. Ну, нам только на хаб хватит. Не хватит. Давай пока по три по маркеру будем подвигаться. Попробуем там параллельно хабу все-таки. Нам уже лучше сразу на другу ехать точку. Тут уже все хайван там. Ну да, ну да. Они уже не отобьются, тут уже замок стоит. Да тут немного. Это я думаю, через жопу можно. Ну, можно по великому кругу попробовать. Давай, вперед, вперед, оп, нормально. Понял. Хорошо, деревья хорошо, нормально. Нет? Ты в деревья? А, ну, чуть вперед, чуть вперед, подай. Там вправо. Вот так нормально, нормально. Там вправо, просто пусть идет там сразу вправо. Поле. Давай вправо. Все, все, ноль, ноль, давай, ноль. Давай. Шутно. Хорошо, хорошо. Він тут місця немає нормально, їдемо далі. Патрони поставлю. Я от не треба. Поставив патрони? Патрони поставлю. Як це наша лінія? Кого ні? Хорошо, отлично, отлично. Поставьте амакрейт, мужики. Поставил, поставил. Хорош. Выгружайся, фул машину выгружай. Кто хочет, может взять, блин, пулеметку, покатать. Два человека, сопля отъезжает, чтобы не палить попу. Подножки кончились. Подбираемся. Сопля.
доступный аэропорт. То есть тебе приехал. Я просто соплюсь. Все, сопля прилетит. Там наши пилоты. Дома идем. Продвигаемся до сопли и тигра. Точку уже забрали, потом просто передвигаемся через эту точку. Загрузим 600 стройки до сопли и все сопля подбрали. Маркеру. Там, де ти маркер поставив, там мене вбили. Труби готові, тут тигр їде. Тоже. Нас перебивають його вас того.
Сопля, заезжай, забирай все патроны и строй его. Да, да. Заоружать. Сейчас, давайте, патроны к тигра. Заоружаем. У нас 82-й тигр. На... Там наш вертолет сбили, если че. Все, поехали. Продвигаемся. А где вертолет? Сделаю. Да, я. Я его ранил. Сходить, продать пятый. Нормально, что наши наших убивают просто.
Да ну ёпта, чё потянул. Более-менее безопасности, что четвертый. Мана последний бин. Ну что там четвертый? Что происходит? Сейчас. Я на бет трахнулся. Я всех подхиливал эпидемии. Меня просто уже все закинчает. А, нет, нет. Ну, нет, один такой. Да я сейчас. Давай, давай, давай. Эй, стопай, стопай. Ты стопай, у нас 600 в тройке, 600. 600 в тройке, 600 в пипец. Эй, все сюда, я уже бить. Я подниму. Мене нема бінтів, вибачте. Якщо... Вам там прям сильно нужна арта или что? Я могу круговой кинуть. Но хаб я не снесу. Их, вы хотите накрыть точку? Я могу. Ну, давайте говорить. Послушай, опять, потому что они там засели нормально так. Ну, отправляй запрос в какой-нибудь ближайший домик, который ты видишь. Седьмой может прям под тебя откинуть запрос. Седьмой. Шо, шо? Кинь запрос. Кинул.
Ты кинул метку движения, нет? Не вижу. Просто вижу твою метку движения. Ну киньте запрос, пожалуйста. Девятый. А, можно должен цеплю? Девятый, я должен цеплю. Сейчас попробуем параллельный хаб кинуть хотя бы. Еще раз. Мне надо твоя цепля. Понял, сейчас скажу. Окей, принято. Самое обидное, если все кикнет тебя. Снимаю аптечку. Бомба, наверное, раз. Давайте пушим точку, там арта уже прошлась, давай. Дымами забрасывайте, дымами просто закидайте их и зайдете. Точная метка по хабу есть. Она пропала уже, вот есть. Вот в том ангаре. Он просто закидает дымами, зайдете легко. Тачки закинчили. Блин, пацаны, 36 тикетов, заходите. Погнали, рашаем. А у меня КД не двигается, мне походу КД больше 120 секунд, у меня типа написано просто 120 секунд. И не двигается на спауне. Теперь ждать. Это из-за тимкиллов типа?
Ну да. Да. 10 минут за один килл? Ну, там вроде бы 60-ти. А ты-то... Мы так заприедем, что в этом странном лесике. Я вообще срань. Что самое обидно, что эти, блин, развозки, типа пехотки, что у них типа 60 стройки есть и 60 патронов. Ну и вообще какие-нибудь фоги. Вообще, что за парад? Ты бред, да? Мы тут все подъехали, такие, опа, сейчас фоб откинет. Сливайте эту херню. Сливайте. Гевапайтесь. Короче. Никола, на любой инвейшн. А у меня одного на моей карте FPS начал проседать или нет? На то это, да? Блин, а мы на чьей карте защитники, блядь, не в атаке. Я на точке. Ну, красавчик. Да не, мы просто на три типа амфибии нормально подъехали, типа уже можно делать параллельный хаб, и тут такая срака. Тогда бы, если было все отлично, то бы забрал эту точку. Ну, думаю, я точно буду знать, что лодочки, блин, амфибии хоба не откидывают. Так, вот что лезет просто. Чё, бля? Mission failed. Fall back, Marines, and regroup. Давай. А 25.